На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов в Бухаре Шавкат Мирзиёев предложил на должность хакима области кандидатуру Батыра Камиловича Зарипова, временно исполняющего обязанности хакима этой области с ноября 2020 года. Отметим, что Батыр Зарипов работал на разных должностях в банковской сфере. В 2016-2020 годах управлял национальной промышленностью строительных материалов. Депутаты Аксакалы в своих выступлениях поддержали кандидатуру, и по итогам голосования Батыр Зарипов был утвержден хакимом Бухарской области. Далее Шавкат Мирзиёев выступил с докладом, посвященным задачам социально-экономического развития региона. Удовлетворительно ли нынешнее развитие Бухары? Мой ответ – нет, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем выступлении. В действие будет введена новая система по изучению на уровне махалей, проблем и возможностей, обеспечению занятости и источников дохода населения. В регион была направлена рабочая группа. Руководители министерств, ведомств и коммерческих банков закреплены за городами и районами. Изучены все 544 махали, из которых 333 отнесены к удовлетворительной, 182 к средней, 29 к низкой категории развития. Выявлены резервы для создания источников дохода населению. Президент коснулся и проблемы безработицы. Указано создать новые рабочие места и условия для самозанятых. На проекты семейного и молодежного предпринимательства будет выделено 390 миллиардов сумм льготных кредитов. В каждом районе на базе профессиональных школ будут созданы моноцентры. В результате исследования в разрезе махалей безработных молодежь и женщин обучат востребованным профессиям. Для Бухарской области сформированы 713 инвестиционных проектов на сумму около 19 триллионов сумм для реализации в 2021-2022 годах. Из них в текущем году будут реализованы 555. Планируется создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Указано на необходимость полного задействования потенциала сферы услуг, в том числе дальнейшего развития паломнического туризма. В частности, поручено восстановить исторический центр Гиждувана и превратить его в музей под открытым небом. Организовать центр этнотуризма в селе Ширин Лапкенского района. Создать комплекс «Эпоха Ибн Сины» в селе Авшона Пешкунского района. Выдвинута инициатива о проведении международного фестиваля бухарского златошвейного и ювелирного искусства. Особое внимание уделено развитию социальной сферы, организации новых образовательных и медицинских учреждений. В этом году в Бухаре откроется президентская школа, будут организованы 16 школ с уклоном на математику, информационные технологии, химию, биологию и физику. Намечено также реконструировать 18 школ. Отдельно глава государства останавливался и на вопросе поддержки молодежи. На сессии определены задачи и по развитию инфраструктуры, улучшению питьевого водоснабжения и канализации, строительству и ремонту дорог. Глава государства осмотрел современные многоквартирные дома, построенные в Махале-Низами города Бухары. В прошлом здесь находились низкие, неприглядные жилые объекты без канализации. В 2020 году на их месте возвели семиэтажные дома, точки торговли и обслуживания. Принять у себя в гостях президента смог ветеран труда Немат Хатамов. Состоялась теплая беседа за столом. Прежде семья жила в этой самой махале в старом доме. Новоселы довольны, что теперь живут в современном массиве. Президент подчеркнул, что наш народ достоин жить в таких новых условиях. Главе государства также было рассказано о планах строительства и ремонта автодорог в Бухарской области, канализационных сооружений в городе Бухаре, реновации многоквартирных домов. Затем Шавкат Мирзиёев был в Ташкент.